Начинаем операцию «Стащить дневники сестер». Ты видишь Оливию? О, нет! Она опять закрыла шторы? Да! Это значит, что она пишет что-то секретное в своем дневнике. Эмма занята тем же. Эти секреты помогут нам получить все, что хотим. Оставайся на связи. Принято. Птица летает в полночь. Прием. Что за птица? Ты что, забыл кодовые слова? Значит, я знаю, где лежит ее дневник. Круто. Я тоже обнаружил тайник. Ой, то есть, Джонни не носит сапоги. Откроем их. О, да. Ты начинай. Читаем вслух. Слушай это. Милый дорогой дневник, я не рассказывала этого никому. Милый дорогой дневник, руки дрожат, пока я пишу это. Настолько важен мой секрет. Представь, если мой брат Коул узнает секрет, я тогда буду все для него делать из страха, что он расскажет кому-то. Думаю, все будут надо мной смеяться. Настолько постыдный этот секрет. Особенно мой братец Изи. Самый главный секрет состоит в том... что я глупенький братик Оливии, который будет выглядеть еще глупее на фотографии со своим другом Изи в доме на дереве. Что? А теперь вылетит птичка. А? Ну нет! Неплохо, парни. Но вы же не думали найти наши настоящие дневники? Я знаю, о чем буду писать сегодня. Нам никогда не обхитрить их, правда? Возможно, нет. Но это же вас не остановит. А то вы бы не были младшими братьями. И чтобы вас подбодрить, мы испекли вам печенье. Не бойся, у меня есть план.